Так, это мы сам такой залезли на телевышку овала. Стекло, там вид, там Белград. Такие всякие краины. Через стекло так, конечно, видно так себе, но... Красиво. Девичьи. Вот эта башня. Тебя не знаю, слышу. Если он остался. Все. Это вот мы с Андрюхой, сами того не зная, не желая, попали на Скадарлию в пятницу, блин. Смотрите, какая движ такой происходит. Вообще, блин, в каждом битком все, каждый. Все, а, вот, кроме вот этого. Тут везде полная посадка, блин. Сейчас я вернул в эту нашу дискуссию. Подожди, подожди. Нет, что за аргумент такой? Плывет баржа. Народу на ней. Вон там Калимэгдон. Вверху. Вот шпиль. Целая банда лебедей. Количество, блин, десятка штук, даже дюжина, наверное. Вон там, если туда посмотреть, там Земан видно вдалеке. У меня есть оттуда видео Земана. Какой-то крутой квартальчик такой, а-ля элитный. Так, тут прям буквально в самом центре Белграда. В 15 минутах прям вообще от самого-самого центра. Вот есть такая вот заброшка. Надеюсь, что-нибудь сделают здесь прикольненькое. Тут в Белграде тоже ежевика есть. Как и в Голландии. Вкусно. Как это? Селоси называется, да? Селоси. Вот тут с Андрюхой обнаружили вот такую вот красотень. На километр туда. На полкилометра сюда, все разваленное, без стекол, но выглядит шайтанно. Там, вот, смотри, построили домик новый, да. С такими террасами большими. Ну, тоже такой, да, не очень красивый по архитектуре. А? В принципе, может, ничего. Но опять же, да. С виданами, а виданы застроят. So long to all my friends, every one of them. Met tragic ends. With every passing day, I'd be lying if I didn't say that I miss them all tonight. And if they only knew what I... Так, Андрюха говорит, что это считается элитные улицы Белграда, типа Причистенки. Ну так, навскидку. Навскидку. Вот, Крумска. Называется Крумска. Крумска. Крумхрумска. Крупска. Ну вот. Вот она вот такая. Вам уж, кто будет смотреть это видео, сами решайте.